Снова декабрь, по-московски сырой и гриппозной, мокрые вьюги и дождь ледяной на дворе. Чувство стыда появилось сравнительно поздно в Греции древней на хмурой троянской заре. Неотомщенная обида оно не простит нам, и милосердие тоже оно не простит. Стать победителем, кровь проливая, не стыдно. Стать побежденным, вот это действительно стыд. По переменам то слабость являет ту силу, по лабиринту водит непрочная нить. В смертном бою наплевать на ахейца в Ахиллу, но за Патрокла не может он не отомстить. Вечно воюю с людской натурой дикой, тянется к солнцу зеленая эта лоза, в царстве теней нелегко будет верная Эдипу, как на родителей сможет поднять он глаза. Стало сложнее со временем эта картина, вот и мои на исходе, как будто года. Так почему же на меня накатило невыносимое, жгучее чувство стыда? Стыд за мучения моих опозоренных предков, стыд, что по жизни не лучше ушел из дорог, стыд потому, что обманул близких нередко, а не обманывать тоже как будто не мог. Стыд за народ мой, привыкший к порядкам осторожным, стыд за желание новому верить царю, стыд за молчание из-за того, кто, возможно, не понимает, о чем я сейчас говорю.